программа «Убогий...» Простите, подойдите. Это программа «Званый ужин». И сегодня за приз лучшего повара недели поборется. Господи, уберите от меня эту собаку. Уберите камеру. На эту программу, потому что я вообще не русский. Я приехала такое понятие с френч, да. Я повар Шарлотте, и тут мне предложили в 5 копеек. Я вычитала то, что 5 копеек это как $5, то есть 10 можно какие-то копеек, короче, ничего не понятно, но говорили, что это много. Ну, надеюсь, меня не обманули, я же вроде не понимаю в рублях вообще ничего не понимаю. Вообще в рублях вообще. Но я победю всех, я стану лучшим поваром Шарлоттом на этой неделе. Пришел я сюда, потому что мне надо было просто бесплатно поесть. Здесь я мог и бесплатно поесть, еще плюс мне оплатили бы лекарства от поноса после этой программы, поэтому я и сюда и пришел, в принципе. Да, ну, надеюсь, это получится, и я надеюсь, не отравлюсь. Я ревизора, да, я сюда пришла, чтобы докапываться до всему, потому что мою программу пока остановили, последняя вышла год назад, и я решила провести эксперимент, мне стричь волосы, и вот что у меня вышло. Ну, пришла сюда, потому что мне нужны были деньги, ну, еще надо было поесть, потому что мне еще никто не платил с ревизора. И я буду докапываться до всего, чтобы эти рейтинги подняли, мне больше заплатили. Не 5 копеек, а хотя бы 6, надеюсь, заплатят. Да. Первым блюдом будут помидоры. Вот такие вот помидоры. Только этот помидор мне, а вам семена от помидоров, поэтому вы их посадите, а потом съедите. Семена. Ну, вообще-то семена цветов. И вообще надо проверить на пыль. Они в пыли! Значит, они просрочены. Ну все. Я ухожу. Если вы собираетесь меня отравить, то семена, это вообще семена цветов. И вообще, ты мог со своей Францией вырастить такие помидоры, что вообще нет, я этим не питаюсь. Вторым блюдом будет бизнес-пакетик. Второе блюдо, забирайте. Ну, доширак. Ну, во-первых, доширак можно отравиться. Во-вторых, срок годности и все. Поэтому ревизор не одобряет этот ужин. Это у нас развлечение. И сейчас будет попробуй не оглохни челлендж. Давайте начинать. Следующее блюдо будет смачный тыквенький пирожек. Вот такой смачный тыквенький пирожек. Вернее, это тыква засохлая, но все равно. Пирожек вкусный, забирайте. Ну, как бы... Это правда не тыквенный пирог, это же просто засохшая тыква. Ладно, рискну. Все понравилось, я все съел, мне ничего не болит, правда, первое блюдо не очень понравилось, но это, наверное, любительское, развлечение было отвратное, вот моя оценка, и можно вызвать скорую, пожалуйста. Да, так, а я что, слышал? Я не слышал. Ставить оценку, пишите, да. Ну ладно, я ставлю 89, 99 вообще. Ревизор же
не одобряет. Плохой повар, мне ничего не понравилось. Да и плюс вы отравили какого-то школяра. Это вообще не то, что нам нужно. Повар века. И эта ревизорка вообще ничего ни в чем не шарит. А ну иди сюда!